Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Прямо не отрываясь. Жарко сегодня было. Воду опрокинула. Дай лавку ставь. Ночью холодно, днем жарко. Дай. Кого там проверять-то пошла? Давай лапу ставь. За мясо не даст погладиться. Дай. А? Привередина. Кот ждет, когда ты начнешь капризничать. Уже наелась. Давай, давай, ставь лапку. Чё, последний кусочек? Давай, иди. Давай, давай, доставь. Холодно, мясо пошло хорошо. Ч
Что там, съела или уронила? А? Ну все, села в засаду. На, ягодку съешь. Он же не хочет бежать. Кот-то сейчас подойдет, зайдет и найдет. Он сидит, следит. Что ты куда вставляешь? О, замурлка, он знает, что про него говорят. Будешь яйцо еще одно есть? А, привередина. Финики, финики она не хочет есть. А? Смотри-ка, что? Хулиганка. Нет, она один глаз оставила, другой глаз спрятала. Как будто ее нету. А? Будешь яйцо еще одно есть? А? Будешь или не будешь? А? Подумай хорошенько. Такое впечатление, что она не хочет. Наелась она мясом. Мясом она наелась. Равнодушно как-то. Ну иди куда. Дай там. О, он сразу знает, где она что оставила. Она финик не съела. Вот так не будешь ломаться. Она отобрать у него пытается. Смотри-ка, что какая умная. Отобрать пытается лапой. Ага, о, отобрала. И чё? Чё до конца-то не отобрала? Противная девка. Иди, я тебе другой дам. Нет, вот она будет привередничать и всё. Нет, она из моих рук не хочет. У кота бы отобрала. Кот съест, и жалко. А так не хочет. Будешь яйцо еще есть? А? Не хочет она яйцо. Равнодушно она. С котом и поиграть надо. Короче, все. Не хочет она ничего больше.